Незаконные проверки. Распоряжение мэра Одессы о создании комиссии по шаурме не отвечает нормам закона Украины об основных принципах государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности. Об этом заявил действующий сектором регуляторной службы в области. Андрей Голота добавил, статьи, на которые ссылаются в муниципалитете, не дают городской власти полномочий проводить подобные рейды. Згідно з нормативними актами, виконавчі органи Одеської міської ради не наділені повноваженнями для здійснення перевірок бізнесу, що надає харчові послуги. Розпорядженням голови Одеської міської ради від 10 травня 2018 року номер 347 створено комісію з перевірки обстеження суб'єктів господарювання, що не відповідає вимогам закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Напомню, рейды начались еще в понедельник и проводятся госпотребслужбой совместно с городскими чиновниками и полицией. При этом в состав комиссии не вошел ни один депутат горсовета. Осветить ход инспекции Думской не удалось. В мэрии говорят, предприниматели против присутствия СМИ. Отмечу, торговцы сами написали заявление о необходимости проверки. Кроме того, они добровольно закрыли все свои точки до их окончания я считаю, что это ни к чему не приведет. Когда человек пригласил к себе к проверку, к этому времени, а что касается общепита, подготовился, идеально вымыл всю посуду, вымыл, подготовил все продукты питания, и на время проведения проверки, конечно же, можно, можно сделать все как по книжке. Напомню о необходимости проведения масштабных проверок фастфуда. В мэрии заговорили после массового отравления. Жертвами шаурмы из кафе «Вкус Востока» стали 26 человек. Среди них трехлетний ребенок. Все они обратились в инфекционную больницу.